Так, ну что, продолжим изготавливать нашу силиконовую форму. Нанес я дополнительный слой еще стеклоткани, вернее нашей стеклорогожи. Материал называется стеклорогожа. Так он выглядит. Еще раз. Так. В том месте, где мы будем крепить наши замки, необходимо два слоя. То есть добавить надо еще один слой. Два слоя, она выглядит достаточно прочно. То есть у нас здесь будут заклепки или саморезы мы при помощи. Будем, в общем, на эту сторону и на противоположную будем крепить. И где будем крепить замки, здесь должно быть два слоя. На основании тоже должно быть, к примеру, два слоя. Не меньше двух слоев. Здесь можно чуть поменьше, но здесь у меня сейчас один слой. Если есть желание, можно ее добавить. Ну, я думаю, конкретно для этой формы. Она небольшая, размер у нее что, 150. Здесь будет достаточно. Если у вас форма будет больше, длиннее, там ее прогиб будет больше, тогда действительно надо будет со всех сторон ее в два слоя делать. Следующим этапом, что делаю? Сейчас переворачиваю. Начинаю снимать пластилин. Процесс долгий. Особо там показывать нечего. Как сниму пластилин, вот там будут нюансы. Вот там поснимаю. И расскажу, на что стоит обратить внимание там. То есть нас интересует очень важно такой момент. Это наша линия разъема. Именно где будут стыковаться две силиконовые части. Граница силикон-силикон. Это очень важно. Если мы этому внимания не уделим, то есть когда переверну, сниму пластилин, и там будут заливчики небольшие. Вот. Ну, это покажу, ладно, не будем забегать вперед. В общем, сейчас переворачиваю, снимаю пластилин. При снятии пластилина там ничего такого интересного нету. То есть там каких-то хитростей, тонкостей, нюансов нету. То есть там одна нудятина и рутинная работа. Переверну, покажу, продолжу снимать.